Все. Так, ну продолжаем. Значит, до чего же мы дошли? Вот у нас у функции f с волной есть мю множество критических точек, и у них есть соответствующие критические значения. Для каждой из этих точек мы рассматриваем маленький шарик вокруг нее, для которого верно все, что мы рассматривали в случае исходных особенностей, а именно соответствующий слой, значит, прообраз соответствующего критического значения должен быть трансверсален к границе соответствующей маленькой сферочки. Вот этот слой, вот эта маленькая сферочка, вот они трансверсальны. И все близкие слои, достаточно близкие слои, тоже трансверсальны. То есть, ну вот, внутри каждой из этих сферочек возникает такая картинка, как и раньше. Теперь возьмем все эти критические значения. Вот у нас мю критических значений будет в старом диске D-дельта. Значит, этот диск теперь уже лежит не в центре, он лежит в прямой, где наши функции принимают значения, в комплексной прямой, где наши. Вот там имеется у функции f с волной мю критических значений, и мы вокруг каждой из них взяли совсем уже маленький диск, такой, который играет роль, которую раньше играл сам наш диск, вот этот самый D, но вот эти диски будут играть такую же роль для каждой из наших совсем маленьких особенностей, для особенностей, для мю разных особенностей этой самой функции f с волной. Каждый из этих дисков удовлетворяет тому условию, ну, опять-таки, такому же, как и раньше, что для каждой точки, для каждого значения из этого диска соответствующий прообраз этого значения, вот прообраз этого значения, он настолько близок к соответствующему прообразу соответствующего критического значения, что этот прообраз тоже будет трансверсален к границе этой границе этого шарика. Вот. Тогда значит, в силу рассмотренного раньше, морсовского случая, для каждого из этих шариков мы знаем вот что, что если взять такой прообраз, очень близкий прообраз, и пересечь его с вот этим шариком только, то группа гомологий вот этого близкого прообраза, прообраза близкого к прообразу критического значения, то его группа гомологий изоморфна Z. Ну, просто потому, что вот вся картинка у нас будет внутри этого шарика будет просто повторять морсовскую картинку. Вот, ну да, ну вот мы взяли эти самые диски, мы считаем, что они друг с другом не пересекаются. И теперь рассмотрим такого ежика, в нашем диске D. Мы взяли эти диски маленькие вокруг всех этих критических значений, взяли наше некритическое значение z, вот центральная точка, это наше некритическое значение z, для которого мы вычисляем гомологию ее прообраза, и соединяем эту точку какими-то, ну, может быть, отрезками или какими-то любыми путями, ну, такими не очень плохими, какими-то непересекающимися путями. Давайте я
Запишу себе, что надо написать, что они не пересекающие. Значит, давайте вот соединим эту точку с этими дисками. И давайте введем два обозначения. Вот таким ужасным обозначением, такой мальтийский крест, я обозначаю вот все это множество в нашем диске, множество, состоящее из этих мю маленьких дисков и этих путей, которые соединяют некритическое значение с этими дисками. Это какое-то такое множество, какое-то такое хитрое подмножество. А вот таким значком, таким вот тоже ежиком, я обозначаю тоже множество, но без дисков. То есть просто набор вот этих путей, которые из некритического значения выходят и идут до того места, где он входит в этот диск, ну и на этом все кончается. То есть оно заканчивается какой-то, каким-то не, все еще некритическим значением нашей функции. Тогда мы же знаем, что над некритическими значениями нашей функции все эти слои образуют локально-тривиальные расслои. Все эти слои, они топологически друг другу эквивалентны. Все они переводятся, да там, все их можно продеформировать один в другой. Значит, если мы из нашего большого диска выбрасываем все критические значения нашей функции S волной, то над оставшимся множеством эти слои образуют локально-тривиальные расслои. Эти множество, F, там, множество уровней образуют локально-тривиальные расслои. Поэтому множество, про которое мы знаем, что оно топологически тривиальное, вот это прообраз всего нашего диска, прообраз всего нашего диска, да еще пересеченный с шариком. Вот ну, можно его себе представлять как внутренность вот этого самого Баобаба. Вот. А все это множество, которое мы знаем, что оно топологически тривиально, оно стягивается на прообраз вот этого ежика, этого мальтийского креста. Сейчас, вот извините, пожалуйста. Да-да. А можно картинку еще раз, вот, которая с Баобабом? Да. Я не совсем понимаю, как он получился. То есть у нас же была какая-то критическая точка. Да. И нет, мы сделали морсификацию. Да. И у нас получился Баобаб и несколько морсовских точек, да? Да, да. Это морсовские, да, несколько морсовских точек, но они все лежат на разных, разных критических множествах. Вот. У каждой из этих критических точек своя. Там присуще только ему одному критическое значение. Вот это множество. У него есть одна единственная морсовская критическая точка здесь, а все остальное вот. А другие критические точки, вот где-то лежит другая критическая точка, вот. Но она лежит уже на другом уровне. Раз у нее будет другое критическое значение, значит, у нее будет другое критическое значение, вблизи которого все, картинка будет топологически такая же. Но это будут другие слои. И вот этот вот, значит, этот вот особый слой, который здесь изображу, он на этой картинке соответствует серединке одного, там, центру одного из маленьких дисков. А критическое значение в другой точке, оно соответствует, это центр какого-то другого диска. Вот. И мы для каждого из этих дисков взяли его полный прообраз, и взяли эти самые диски, соединили с не особым значением, вот получилось такое множество. Но теперь тут заметим такую вещь, что вот весь этот диск, весь диск DD, вот этот большой, его можно непрерывно стянуть на вот этого ежа. Вот так вот мы берем и стягиваем. Правда ведь?
Ну, этот еж, он является деформационным ретрактом D-дельта. Мы можем все точки вот так вот непрерывно его ужать на него. А поскольку на нас, наше расслоение локально тривиальное, то это стягивание, эту ретракцию, как говорят, деформационную ретракцию, можно поднять наверх. А именно каждый слой, вот мы так вот берем вот какую-то точку здесь, мы вот так вот ее стягиваем, вот сталкиваем, а эту вот, допустим, сюда сталкиваем, а эту сталкиваем туда. А точки, которые лежали на самом еже, мы их не двигаем. Вот. И так вот все точки внизу, они стягиваются, и по мере того, как мы их стягиваем, мы поднимаем это стягивание, ну, то, что там в топологии называется в силу накрывающей гомотопии. Мы их поднимаем до стягивания прообраза, ну, до стягивания соответствующих, прообразов соответствующих точек. Вот мы тянем эту точку сюда, и это подтягивание поднимаем до деформации, которая берет прообраз вот этой точки, которая была здесь, и стягивает ее, и окончательно ее сталкивает на прообраз, ну вот, той точки, куда она пришла. Таким образом получается, что прообраз, полный прообраз вот этого самого, там, то, что я обозначаю мальтийским крестом, у него топология, там гомотопические свойства у него такие же, как у прообраза всего диска. А у прообраза всего диска топология тривиальна. Если мы берем прообраз всего этого диска и пересекаем его с шаром B-эпсилон, то мы знали, что это множество будет стягиваем. А тем самым и прообраз вот этого самого мальтийского креста тоже будет стягиваем. Его, ну, в частности, его гомологии будут тривиальны. С другой стороны, то же самое рассуждение говорит вот что. То же самое рассуждение, которое апеллирует к локальной тривиальности. Теперь вообще забудем про эти критические значения. И посмотрим только на этого вот самого ежика, состоящего из этого набора путей, в которые не включены концевые точки. Этот набор путей вообще лежит в не особом множестве. И этот набор путей весь стягиваем в свою центральную точку, вот в эту самую точку Z. Поэтому точно по тем же соображениям мы получаем, что прообраз вот этого вот самого ежика, да, прообраз вот этого ежика без дисков, вот это множество, вот оно вот здесь обозначено, прообраз, ну, пересеченный с B. Его можно стянуть на прообраз только одного некритического значения z, которое мы, собственно, и хотим изучить. Поэтому вот вместо той пары, которую мы рассматривали в начале, значит, которую мы, где же она, вот, которую мы хотели изучить, прообраз диска D-дельта по модулю прообраза одной точки. Мы можем здесь прообраз D-дельта заменить на прообраз мальтийского креста, а прообраз, то есть уменьшить. Но уменьшить, но с сохранением его топологии. А прообраз это, наоборот, увеличить, но тоже с сохранением гомотопических свойств. А именно это будет прообраз вот этого набора путей без концевых точек. Итак, нам остается вычислить такую относительную группу гомологий. Группа относительных, n-мерных относительных гомологий прообраза мальтийского креста по модулю набора путей, объединения этих путей без концевых точек. Центральная точка должна входить, а вот эти концевые точки должны не входить. Вот.
мы должны рассмотреть эту относительную группу гомологии. Наша цель, опять-таки, понять, что эта относительная группа гомологий изоморфна z в степени μ, где μ – это число критических точек нашей функции f тильда, f с волной. А это доказывается индукцией с помощью так называемого изморфизма вырезания. Потому что теперь вот эти-то множества, прообраз всего этого множества и всего этого набора путей, они уже почти что не отличаются. Они отличаются только вот на то, что в одни из них мы включаем прообраз этих маленьких дисков, а в другие из них мы прообразом этих маленьких дисков не включаем. И эти включаемые и невключаемые вещи, они то, что называется локализованы, они друг от друга не зависят. Для рассмотрения каждого из них мы можем смотреть только на то, что происходит над этим диском. Ну, действительно, есть такое. Давайте я все скажу строго. Значит, мы учиняем такую индукцию. Вот мы будем рассматривать прообраз, значит, сначала всего этого мальтийского креста, потом будем обозначать так, вот этот самый крест со знаком К, это будет вот что. Это вот мы занумеруем вот эти критические значения каким-то образом. И мальтийский крест со знаком К, это будет вот все то же самое множество, из которого отрезаны первые К этих самых дисков. Ну, то есть, там, когда К равно нулю, то это все это множество, а когда К равно μ, то есть они все отрезаны, то это уже вот это множество, которое мы получаем в конце, по модулю которого мы... Вот это множество, которое получается в конце. Вот, мы так обозначили и будем последовательно рассматривать относительные гомологии прообраза К минус первого множества, то есть от которого, из которого мы выбросили первый К минус один диск по модулю следующего множества, из которых мы отбросим еще только один диск. Но есть такое свойство вырезания, которое говорит, что когда мы вычисляем гомологии одного множества по модулю другого, то по модулю его подмножества, то поведение этих подмножеств во всех точках, которые лежат далеко от того множества, на которое они различаются, оно нас вообще-то не интересует. То есть вот это вот множество, оно, вместо него мы можем взять вот что. Мы можем вместо этого множества достаточно взять тот диск, который мы здесь еще не отбросили, и взять по модулю той единственной точки этого диска, которая входит вот в это самое множество. То есть это граничная точка того пути, который... Это конечная точка, значит, один из них – это, например, вот этот диск, значит, прообраз вот этого диска. А все берется по модулю прообраза вот этой вот граничной точки этого отрезка, который к этому диску подходит. Ну и тут уж я давайте не буду в подробности говорить, тут немножко подробностей написано, но это уже простая задача, которая сводится более-менее к рассмотренному выше морсовскому случаю, потому что прообраз этого диска, он с ним какая-то сложность возникает и какое-то различие
его от тривиального расслоения возникает только внутри вот того маленького шарика, вот где-то тут внутри. И, в общем, рассмотрение этой относительной группы гомологии, оно сводится к рассмотрению относительной гомологии, которую мы уже рассмотрели для этой морфовской особенности. Ну, вот я пропускаю здесь немножко написано, но это, в общем, такой факт уже достаточно наглядный и легко проверяемый. Ну, собственно, из этого все уже и следует, потому что каждый раз, как мы отбрасываем очередной диск, у нас получается, что вот эта самая относительная группа гомологий имеет, она равна z в размерности n, и при помощи точной последовательности пары получается, там мы по индукции получаем, что каждый раз, каждое новое отбрасывание добавляет к тому, что там доказывает, что гомологии того, что остались, гомологии вот этого самого... в общем, оно по индукции доказывает вот такой факт, что гомологии прообраза катого Мальтийского креста, то есть такого креста, из которого мы отбросили первые k дисков, оно изоморфно z в степени k. В самом начале этот прообраз был топологически тривиальным. Когда мы отбросили один диск, то получилась относительная группа гомологий топологически тривиального пространства по модулю того, что нам осталось, что нам надо было вычислить, то есть первого Мальтийского креста. И мы вычислили, зная морфский случай, мы вычислили, что эта относительная группа гомологий будет равна z в размерности n, а в остальных размерностях равна нулю. Из этого сразу следует, что гомологии этого первого Мальтийского креста, креста со значком единица, будет равна z в размерности n минус 1, потому что здесь действует дифференциал точной последовательности пар, и 0 во всех остальных размерностях. Ну, дальше точно так же по индукции действуем, и каждый раз рассматривая относительную группу гомологии, точную последовательность пары, каждый раз получается, что, ну вот, ее достаточно рассмотреть, я ее проводить не буду, ее можно просто выписать, каждый раз получается, что от каждого очередного отбрасывания у нас при каждом очередном отбрасывании мы будем доказывать, что группа n минус одномерных гомологий того, что осталось, будет иметь на единицу большую размерность, чем к ней добавится одна свободная образующая. Будет выполняться вот эта относительная будет выполняться это равенство, что эта группа гомологий в размерности n минус 1 будет равна z в степени k. Ну, а когда мы отбросим их все, то у нас получится z в степени mu. Вот это рассуждение такое по индукции. Вот. Ну и теперь мне осталось только ввести термин. Значит, термин такой. Базис исчезающих циклов определенной системой путей. Итак, для каждого g, для каждого числа там, от единицы до мю, мы имеем некоторый исчезающий цикл. Что это такое? Мы рассматриваем соответствующую критическую точку. Мы рассматриваем маленький шарик. Мы рассматриваем какой-нибудь слой расслоения Милнера, который близок к соответствующему критическому слою, к соответствующему критическому.
И тогда у нас есть исчезающий цикл, который порождает вот какую группу гомологий. Мы внутри этого шарика имеем морсовскую особенность. И по рассмотренному в морсовском случае, по рассмотренному морсовскому случаю мы знаем, что в пересечении этого не особого слоя, близкого не особого слоя с этим шариком, группа гомологии этого пересечения равна z в размерности n минус 1, она порождается вот таким вот циклом, который лежит внутри этого шарика. Ну, давайте рассмотрим этот цикл не как цикл, лежащий внутри шарика, и как порождающий группу гомологии пересечения с этим шариком, а будем рассматривать его как цикл, лежащий во всем этом самом, во всем этом слое, вот в этом не особом слое. Значит, здесь вот на этой картинке этот не особый слой является граничной точкой вот этого пути. Вот в этом слое мы имеем n-1-мерный цикл. Потом, в силу накрывающей гомотопии, раз у нас все слои топологически тривиальные, мы можем этот цикл перенести вот над этим путем в центральную точку Z. Но при этом вначале он был такой маленький, он был исчезающий, почти исчезнувший. Когда мы будем его переносить и пользоваться свойством накрывающей гомотопии, то, конечно, это свойство малости у нас пропадет. Он станет достаточно большим, но и он как-то там совсем перекосится, будет какой-то цикл. Но он останется топологической сферой, которая будет лежать внутри нашего слоя, вот пока мы несем, он будет, это будет такая последовательность сфер, лежащих в каждом из этих слоев. И в конце концов мы получим такую вложенную сферу, лежащую над слоем, лежащую над значением z. И такой же цикл мы можем принести из каждой из других, от каждой из других критических значений. От каждого из других критических значений. Вот мы берем и переносим их все сюда. И по тому, что мы доказали, эти циклы порождают базис группы n-1-мерных гомологий прообраза, вот этого прообраза, нет, не этого прообраза, ну, там прообраза f, прообраза точки z во всем шаре b эпсилон. Вот n-1-мерной гомологии прообраза не особого слоя z, не особого значения z в b эпсилон, у нас получилось мю разных циклов. Эти циклы порождают эту группу гомологий. Но тут надо отметить, что эти циклы определены. Это будет базис в этой группе, но этот базис определен неоднозначно. Этот базис определен с точностью вот до чего. Во-первых, он зависит от выбора путей. Мы могли выбрать эти пути совсем не так, а они могли пойти как-то вот так, вот так, обойти и прийти как-нибудь так. Все, что нам надо, это чтобы они были не пересекающиеся. Ну, такую систему не пересекающихся путей, ну, для того, чтобы они действительно образовывали базис, нам надо добиться, чтобы объединение этих путей и этих дисков было деформационным ретрактом всего множества. Для этого надо, чтобы пути не пересекались. Вот. Но не пересекающуюся такую систему пути можно выбрать разными способами. Можно вот так вот как-нибудь пойти и так прийти. И если мы выберем ее по-другому, то эти базисные циклы, этот базис как-то изменится. То, как он будет изменяться, это очень важная и интересная область рассмотрения. Она рассматривается в так называемой теории Пикара-Левшица, про которую я вам еще расскажу, и которая просто чрезвычайно важна в разной теории монодромии. Там, ну,
в интегральной геометрии во всем. Вот. Значит, это не, возникает из этого неоднозначность. Ну, еще и возникает мелкая неоднозначность. Вот из чего. Мелкая неоднозначность возникает из того, что в этот исчезающий цикл, мы его, конечно, порождали сферой, такой N-одномерной, но при этом мы не знали, как фиксировать ориентацию этой сферы. Если мы выберем ориентацию этой сферы по-другому, то и базисный цикл будет тоже противоположный. Заменится на противоположное, но это не очень страшно. Так, сейчас нам надо опять отключаться. Ну, сейчас уже точно через, там, через пару минут мы встретимся. Хорошо. Ну вот, более-менее я рассказал то, что собирался рассказать. Теперь, ну, для начала, наверное, правильно спросить, какие есть вопросы. Что-нибудь есть совсем непонятное? Алло. Алло, меня слышно? Да, слышно. Да, слышно. Хорошо. Значит, что, всем все понятно, да? И можно задачу на эту тему там, включить в контрольную, правильно? Может, сначала стоит что-нибудь, в смысле, разобрать что-нибудь подобное, наверное. Ну, давайте. Вот. Ну, хорошо. А не надо ли к контрольной разобрать что-нибудь из там, что-нибудь наподобие тех задач, которые я вам присылал в виде домашнего задания? Сейчас надо их найти сначала. А, ну, давайте я, наверное, могу их тоже вывести. Так, сейчас. Вот. Вот эти задачи. Например, ну, можно, конечно, это на следующий раз перенести, но вот можно поговорить, например, про последнюю задачу. Описать топологические типы слоев Милнера трех особенностей из предыдущей проблемы, из предыдущей задачи. Представляете ли вы, как подступаться к этой задаче? Вот смотрите, вот у нас предыдущие задачи – это три особенности. Ну, там понятно, что это три особенности, которые называются А6, D6 и E6, да, в соответствии с предыдущей там, с классификацией, которую мы проходили раньше. Вот, это функции, это особенности от двух переменных. Раз идет речь про слой Милнера, значит, мы рассматриваем их как комплексные особенности от двух комплексных переменных. И что же тогда из себя будут представлять эти слои Милнера? Ну, как мы сегодня прошли, слой Милнера – это прообраз какого-то некритического значения. Значит, мы берем какой-то из этих многочленов, берем там, обозначаем этот одночлен через f и берем f минус 1 от какого-нибудь там дельта или там от какой-нибудь z. И смотрим, что же это будет за множество. Ну,
с одной стороны, по теореме Милнера, это будет там, гомотопический тип, группу гомологии мы уже знаем. Это будет букет шести окружностей. Да? Раз у нас n равно 2, значит, n минус 1 равно 1. Это должен быть букет окружностей, число которых равно числу Милнера. Ну, а легко проверить, что число Милнера, допустим, в силу третьего определения, то есть число комплексных критических точек, на которые они распадаются во всех этих трех случаях, равно 6. Ну, хорошо. И что же тогда... Что-что? Как все-таки это проверить? Как это проверить? Ну, берете и прибавляете маленькую линейную функцию. Ну, например... прям в лоб. А? Прям в лоб так вот. Ну, прямо в лоб, да. Вот, например, функция последняя. X в кубе плюс Y в четвертой. Прибавляете к ней эпсилон, там, эпсилон X плюс дельта Y. На секунду забыв, что эпсилон и дельта все время упоминались в предыдущей лекции. Вот, там, давайте про это, или какие, назовем эти коэффициенты как-нибудь по-другому. Плюс там, лямбда х плюс мю каппа, плюс каппа у, да. И все. Смотрим на эту функцию, сколько у нее будет критических значений, сколько будет критических точек. Ну, эта функция распадается, и функцию от x и функцию от y. И, собственно, и все. Там критические точки этой функции, это будут критические точки функции от x. Умноженные критические точки от слагаемого от y. Будет в одном случае 2, в другом случае 3, итого 6. В первом случае это еще проще. Ну, немножко сложнее, наверное, будет средний случай, но тоже, я думаю, что вы с этим разберетесь. То есть при описании топологического типа нужно просто посчитать число Милнера или... А вот и нет. Топологический тип – это не гомотопический тип. Это с точки зрения другого меломорфизма. И тут оказывается, что у них у всех топологические типы будут разные. Потому что из себя представляют эти слои Милнера. Ну, это какие-то комплексные кривые, да. У нас есть комплексное пространство, там какой-то полином, чему-то там какой-то комплексный полином в C2 принимает какое-то значение. Это какая-то комплексная кривая, которую, к тому же надо еще пересечь с шариком. Ну, то есть это просто вещественная поверхность с краем какая-то? Такие штаны. Ну, да, да. Да, это будет, конечно, какая-то вещественно ориентированная поверхность. И какой она имеет тип топологический? Ну, правда, что нам, чтобы узнать топологический тип, нам, по сути, нужно там количество дырок и количество компонентов в краю. Совершенно верно, да. Как раз компоненты в краю, они и называются дырками. Ну, в смысле, значит, дырок... Говорят про ручки и дырки, число, да. Ой, да-да-да, в смысле, число ручки, число дырок. Число ручек, число дырок, да. Значит, из-за того, что это многообразие с краем, из-за того, что оно пересекается с шаром, вот из этих пересечений с шариком будут возникать дырки, такие компоненты края. Вот. Это будет, значит, ориентированная поверхность с ручками и дырками. И
Конечно, про нее сказать, что такое ее топологический тип, это значит просто сказать, сколько в ней будет ручек, сколько дырок. Ну и вот, вот это и надо сказать. Значит, ну понятно. Я правильно понимаю, что число дырок будет, это просто число Милнера? А вот и нет. Нет. Значит, там же как? Число Милнера – это просто группа одномерных гомологий этого пространства. А группа гомологий, такой, группа одномерных гомологий поверхности с дырками и ручками равна она примерно чему? Значит, если есть хотя бы одна дырка, значит, если нет дырок, то там еще получается некоторая индукция. В общем, там неприятно. Но если есть хотя бы одна дырка, то это будет что же? Значит, надо взять число ручек, значит, надо взять дважды число ручек плюс число дырок, ну и, наверное, минус один, что ли. Вот. Например, если она рода 0, да, если это просто цилиндр, то что, значит, ручек у него нет, а дырок у нее получится 2. Ну да, правильно. Значит, надо взять дважды число ручек плюс число дырок минус 1. Вот это и будет размерность одномерной группы гомологий. Вот. Но надо понять. Каждый раз надо понять. Вот, да, и вот мы знаем, что это число каждый раз равно 6. А стало быть, каждый раз число, дважды число ручек плюс число дырок каждый раз равно 7. Но число 7 по-разному можно сложить из числа дырок и дважды числа ручек. То есть надо вот смотреть как на относительную гомологию. Что? То есть надо посмотреть на относительные гомологии тогда, в смысле, это поверхности по модулю края. Ну, я не знаю, как это сказать. Ну, в общем, нет. Главное просто сказать, сколько дырок, сколько ручек. Например, может быть, ну, есть такие варианты, что ручек, например, одна, а дырок 5. Или ручек 3, а дырок 1. Вот. Ну, в общем, надо думать. А что же у нас получается? А, что я говорю? Нет. Да, правильно, да. Вот, ну и как вы думаете, как вот, значит, на самом деле вот все, что надо определить, так по большому счету, это сколько там будет дырок. Как вы думаете, сколько же там будет дырок в свете картинок, которые рисовались вам раньше? Вот там раньше рисовалось. Вот такая, например, картинка. Ну или даже вот такая. Вот если посмотреть на эту картинку, то не выведется ли из этой картинки что-нибудь такое, наводящее на мысль о том, как вычислять число. Число дырок – условие Милнера. Число дырок – это число компонент края. Вот. Наводящее соображение состоит в том, что вблизи границы мы не очень-то умеем различать особый слой и не особый слой. Там их разница между ними заключена где-то посередке. А вблизи границы, где функция совершенно не критическая, где градиент отличен от нуля, эти два многообразия вот вблизи границы края, они почти что одинаковые. И компонент края у
слоя Милнера, у неособого слоя Милнера, будет столько же, сколько компонент края у исходного особого слоя. Ну, а теперь давайте посмотрим на исходный особый слой. Сколько у него будет компонент края? Как это вычислить? Как это вычислить? Для комплексной кривой, вот у нас есть комплексная кривая, да? Вот у нас есть комплексная кривая, у нее особая точка где-то. Мы берем шарик вокруг этой особой точки. Сколько же будет компонент края у этой комплексной кривой в окрестности этой особой точки? О, это подсказывает мне довольно интересную тему для дальнейших рассмотрений. Наверное, надо будет вас обучить разным рядам перезов. Ну, не сейчас, а на какой-то из дальнейших лекций, но кажется, это такой важный элемент общего образования, который, как я сейчас понял, очень было бы полезно вам рассказать в скорости. Ну, хорошо. Так давайте посмотрим на эти кривые. Как вы думаете, сколько компонент края будет? Ну, как-нибудь вы можете задать эти самые особые слои? Вот берем, например, первую особенность. Х квадрат плюс y в седьмой. И рассматриваем особый слой. Х квадрат плюс y в седьмой равно нулю. Можно ли, например, как-нибудь... Вот что это за множество такое? Конечно, это комплексная кривая какая-то с особенностью. Как ее задать? Вот, например, ее можно задать параметрически, знаете? Алло, слышно? Да, слышно. Да-да. Ну вот, например, можно ее задать параметрически. Можно задать какой-нибудь параметр t и положить там, как, что x равно t в седьмой, а y равно, чему там должно равняться? Ну, видимо, это в квадрате. Ну. Ну только сейчас там еще нужно умножить на корень из... единицы какой-то. Да? Можно сказать, да. X равно минус t в седьмой. Надо на что-то еще поддомножить, так чтобы все-таки у нас получался... О, я придумал, как надо сделать. Надо сделать такую замену переменных, чтобы это было не x квадрат плюс y в седьмой, а пусть это будет x квадрат минус y в седьмой. Вот. Мы же можем сделать такую замену переменных, например, просто x заменить на ix. Тогда сразу получится... Или y на минус y просто. Нет. Ну, хорошо. Или y на минус y, да. Вот. Хорошо. Ладно. Давайте рассмотрим функцию минус x квадрат плюс y седьмой равно нулю. Функция-то будет та же самая. Тогда рассматриваем параметризацию. X равно t в седьмой. А y равно t в квадрате. Но это в точности параметризация. Она каждую точку параметризует один раз.
она всю эту кривую накрывает. А какие точки t, какие значения параметра t перейдут при этом в точки границы? Мы же хотим вычислить число точек границы. И что из себя число компонент границы? Что из себя представляет множество пересечения этой кривой с границей? Ну вот что оно представляет из себя? Как вы думаете? Ну, топологически, что она из себя представляет? Ну, это набор некоторых окружностей просто. Да, а сколько этих окружностей будет? Вот эти окружности, они все должны лежать на одной комплексной прямой. Вот у нас есть комплексная прямая t, которая параметризует нашу кривую. И мы на этой прямой должны найти все такие точки t, которые при этой параметризации переходят в точки границы. Как вы думаете, что из себя будет представлять это с топологической точки зрения, что из себя будет представлять это множество? Набор окружностей, да? Ну, я бы сказал, что все-таки это одна окружность будет. Потому что, ну, смотрите, вот мы берем какую-то... Мы берем в этой прямой t, значит, это комплексная прямая t, но берем в ней какой-то луч любой, выходящий так вот, значит, в вещественном смысле это прямая, это все-таки плоскость, берем в ней какой-то луч. И образ этого, образ каждого такого луча, это будет такая квазиоднородная кривая в c2, которая, но она исходит, выходит из нуля, и она так все время удаляется от нуля. Она может пересечь окружающую сферу только один раз. Каждый такой луч пересечет сферу только один раз. А это значит, что на каждом луче лежит только одна точка прообраза сферы. Ну, значит, это ровно одна, так, топологически это ровно одна окружность. Она будет, конечно, немножко перекошена из-за того, что по координате x, по координате y разная параметризация. Но топологически это будет одна окружность. А почему образ луча будет всякий раз пересекать сферу ровно один раз? Ну посмотрим на такой луч. Берем такой луч и вот и смотрим, как к ним. Вот взяли луч. Вот он бежит от начала координат. Смотрим, что при этом получается с со значением x, который равен что там, t в седьмой, и y, который равен t в квадрате. Абсолютные величины каждого из этих чисел увеличивается, пока мы бежим по лучу. Ну, а значит, вот у нас получается какая-то кривая, вдоль которой у нас получается такая кривая в c2. Такая кривая, там, вещественная кривая, образ этого луча – это такая вещественная кривая в c2, вдоль которой монотонно увеличивается и абсолютная величина x, и абсолютная величина y. Ну, сколько же раз она может пересечь единичную сферу, ну или там какую-нибудь эпсилон-сферу, окружающую начало координат. Один раз, понятное дело. То есть для третьей кривой там примерно то же самое произойдет? Для третьей кривой то же самое произойдет, правильно. А для второй? А там уже параметризация другая. Там у нее даже не одна ветвь. Вот в том-то и дело. Значит, ну вот вы произнесли ключевое слово. На самом деле надо посмотреть, сколько неприводимых компонент у нашей особой кривой. В первом и третьем случае
она имеет, каждый из них имеет одну параметризацию, это рациональная кривая, значит, там, одна компонента, значит, одна компонента границы. А вторая распадается, но она распадается очень... А как она распадается, кстати? Поскольку... Как она распадается? В сколько кривых она распадается? Кто первый догадается? Это вот. Кажется, в три. В три, правильно. А, ну, иначе и быть не могло. Ну, конечно, в три. Значит, во-первых, отщепляется прямая y. Вот, а когда мы ее отщепим, то получается x квадрат плюс y квадрат. Сколько будет нулей у такой... Как вы видите, множество нулей такой функции? X квадрат плюс y в четвертый. Ну, конечно, в комплексной области она распадается тоже на две, потому что ну, там x квадрат плюс y, на такие. X плюс y квадрат и x минус y квадрат. Ну, вот она распалась на три кривых. И... Получается, у нас три компонента края. Ну, а двух компонент у нас и не могло получиться. Потому что если бы у нас получилось, например, две компоненты, то у нас бы получилось так, что удвоенный род кривой плюс 2, да еще минус единица, равняется 6 числу Милнера. А так не бывает, потому что что-то удвоенное, да еще плюс 2, да еще минус 1, не может быть четным числом. Вот. Ну, в общем, понятно, что тут будет три компоненты. Итого, что же у нас получается? Значит, в первом случае у нас будет одна дырка, и три ручки. А во втором случае у нас будет две ручки, но зато три дырки. Ну вот, вот это уже вычисление, вот это уже будет вычисление слоя Милнера, это уже вычисление топологического типа. Сказать про ориентированную кривую, сколько у нее дырок, сколько ручек, это уже полностью задать ее топологический тип. А такой вопрос. А число дырок не обязательно равно числу ветвей? Число дырок в точности равно числу ветвей, конечно. На каждой ветви, по тем же самым соображениям, будет ровно одна дырка. Сейчас, там тоже все возрастает? Ну, конечно. Ага. Ну, конечно, каждую из них мы точно так же параметризуем, и там абсолютные величины x и y при каждой такой параметризации тоже они растут, и все, и больше ничего не... Это... Ну вот. Вы бы еще не могли напомнить, вот мы пользовались отношением 2g минус h минус 1 равно числу Милнера. Как? Вот мы использовали... Соотношение удвоенный род минус число дырок минус 1 равно число Милнера. Да. Это вы бы не могли напомнить, как мы вывели это соотношение? Нет. Ну, тут не число Милнера, значит... Нет. И это пусть вам тоже останется домашнее задание. Значит, тут надо забыть уже про число Милнера. Это общий факт. Если у нас есть... просто ориентированная поверхность с ручками и дырками. И нам надо просто посчитать ее одномерную группу гомологий. Ну, на самом деле, каждая
ориентированная поверхность ручками и дырками, если в ней есть хотя бы одна дырка, ну, если она связанная, да. Вот она связанная, и ей есть хотя бы одна дырка, то она уже точно гомотопически эквивалентна букету окружности, то есть попросту граф. Ну да, можно даже считать, что букету окружности. И число этих окружностей, вот оно так вычисляется. Там. А по ученому можно сказать, что это не число окружности, а что это размерность одномерной группы гомологий нашей такой поверхности. Но это проверяется там. Я надеюсь, что все-таки достаточно просто. Это элементарная топология. Да. Но Тор, например, берем и в нем прорезаем одну дырку. Что у нас остается? Букет двух окружностей. Потому что Тор – это что такое? Это квадрат, да, у которого там склеены противоположные стороны. А прорезать дырку – это значит просто выкинуть нутро этого квадрата, оставить только склеенные его противоположные стороны, ну, из одной противоположной стороны, из одной пары противоположных сторон получится одна окружность, а из другой – вторая. Ну, и примерно так же можно рассуждать во всех остальных случаях. Ну да, а вот если мы в том же самом Торе прорежем две дырки, то это все равно, что сделать так, что мы этот квадрат рассекли, там, мы в нем еще провели вертикальный отрезок, который разделяет этот квадрат на два прямоугольника, и выкинули внутренность этих двух прямоугольников. Ну, тогда у нас получится там что-то, у нас получится граф, в котором можно посчитать, сколько там окажется. А еще можно это все посчитать совсем просто. Можно посчитать просто по соображениям Эйлеровой характеристики. Потому что Эйлеровую характеристику поверхности без дырок мы знаем, а каждое прорезывание дырки увеличивает, каждое прорезывание дырки уменьшает Эйлеровую характеристику на единицу. В общем, любой из этих способов, он дает нам решение. Вот. Сколько там будет одномерных гомологий, но осталось бы какой-то там будет топологический тип. Да. Вот. Какие-нибудь еще вот из этих вопросов про нормальные формы и про локальные алгебры, пока мы их еще не совсем забыли, вот будут ли у вас? Да, в первой задаче вообще чего хочется, кстати? Хочется, ну, конечно, она так не очень хорошо сформулирована, потому что, ну, мало ли, какая будет нормальная форма. Ну, на самом деле, там, в ней обещается, что она сводится к одной из нормальных форм, которые мы проходили раньше. Что это будет особенность, так, с которой мы немножко знакомы. Это, знаете, как в школе тоже дают такую некорректную некорректного вида задачу, упростить выражение. Черт его знает, что значит упростить выражение. Ну, давайте упростить это выражение, чтобы там осталось мономов как можно меньше. Вот. Например, вот так. Вот. Ну, и вы увидите, что это получится там знакомые нам особенности, про которые нам известно как особенности из известного нам списка, про которые мы знаем, как для них принято писать нормальную форму.
Еще хотел спросить, как это контрольное будет? Я планирую через раз, то есть это 1 марта. Вот, значит, я хочу еще там две недели вам на подготовку дать. Там, в течение первой из этих недель вы можете еще даже попытаться сделать это домашнее задание и прислать мне для обсуждения. А 1 марта сделается контрольное. Ну, более-менее на эту тему. Ну, может быть, я что-нибудь спрошу тоже про топологический тип слоя Милнера, но в рамках общего представления. Так. Ну, хорошо. Может быть... Может быть, что-нибудь из этих задач сразу можно решить. Ну, вот, например. Вот, например, третья задача. Третья задача, второй пример. Х четвертый плюс-минус y к восьмой. А эти две особенности между собой эквивалентны или нет? Топологически. Х четвертый плюс y к восьмой и х четвертый минус y к восьмой. Замены переменных y на там корень восьмой степени из минус единицы y. Нет, не годится. Тут сказано, какие из четырех особенностей из R2 в R. Если они из R2 в R, то это означает, что эквивалентность имеется в виду замены переменных в R2. Ну, на первый взгляд кажется, что нет. Что там нельзя этот знак поменять. Да, почему? Сейчас, у нас же там, получается, есть, в принципе, отрицательные значения или их нет? Ну да, конечно. В одной из этих точек будет точка минимум, а в другой будет... ну да. А в другой будет такое хитрое седло, как бы. Правильно. Вот. Ну а если еще посмотреть на первый пример, там как будет... Ну, например, сразу можно посмотреть, как там, когда хочется сказать что-то про вещественную особенность, сразу хочется посмотреть на топологию ее множества вещественных нулей. Значит, ну, это особенность от двух переменных, то есть множество нулей – это какая-то кривая. Вот. А, ну да, вот на этом указании я, пожалуй, и закончу, потому что у нас уже времени не осталось. И может сорваться запись. Хорошо. До свидания. До встречи. Спасибо большое. Да, не спасибо.